Атмосфера непринужденная, почти домашняя. В преддверии 8 марта глава округа встретился с женами и детьми военнослужащих. За чашкой чая Дмитрий Волошин поздравил женщин. Несмотря на то, что праздник женский, гости тоже пришли не с пустыми руками. Основатель волонтерского движения «Ангелы фронта» Мария Постольникова передала главе города подарок от единомышленниц – игрушечного чебурашку. Их женщины вяжут своими руками. Обычно у нас так встречается радостно, поэтому мы тоже пришли к вам сегодня с гостинцами. Вот таких вот прекрасных чебурашек мы отводим ребятам, как талисман. Одна из вас к вам. Спасибо большое. Это наша баба. С такой поддержкой, уверен Дмитрий Волошин, нашим солдатам не страшен никакой враг. Я вам могу абсолютно точно сказать, что ни один вопрос, о котором вы здесь говорите, не останется без внимания, или, мы его решим. Ждать и верить в скорое возвращение домой своих мужей, отцов и сыновей, по словам женщин, гораздо легче, когда чувствуешь поддержку города. Помогают они не только выделением транспортных средств, но и те запросы, которые направляют нам ребята напрямую, они помогают нам их реализовать, потому что на сегодняшний день мы больше специализируемся по технике. Администрация нам помогает, оказывает финансовую поддержку, помогает и закупить, и мы согласовываем с ними, поэтому им огромное спасибо. Ребята очень благодарны. А чтобы предстоящий праздник был наполнен хорошим настроением и по-настоящему весенней атмосферой, глава Дмитрий Волошин вручил каждой женщине букет тюльпанов. Спасибо. Нина Липанова, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.